Опять же, ребенок – это тоже очень интересная. Роды – это достаточно большой стресс. В частности, вот многие забывают, что во время прохождения родовых путей происходит конфигурация головки. То есть голова уменьшается в размерах для того, чтобы более-менее можно было выйти из полости таза. Ребенок отжимается весь, у него меняется температура среды. Он находился в идеальных условиях, когда на него не действовало атмосферное давление, не действовало отрицательной температуры относительно тех, в которых он находился. То есть там было 38-39. Попадает он в плюс 20. Давления фактически не было, он был в воде. Попадает 760 миллиметров ртутного столба. Вот он получал питание, выводил все токсины с помощью мамы. После родов ничего этого нет, ему приходится самому дышать. Он приходится получать питание через грудь. Вот эти все моменты, они остеопатами учитываются. Мы очень любим с детьми работать, помогаем им как можно скорее пройти этот стресс родов и адаптироваться к жизни, к миру, в котором им придется всю жизнь прожить. И многие проблемы, которые, опять же, функциональны, все эти колики, метеоризмы, ночные крики, плачи, непонятное поведение ребенка, его постоянный крик, они достаточно успешно лечатся остеопатами, потому что мы учитываем очень многие моменты, которые почему-то утратились в педиатрии, их уже не учитывают. Мы учитываем и подходим к ребенку очень функционально. Нам важна подвижность, его свобода, его тканей, черепа. И работа наша достаточно эффективна в этих случаях.